Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hard Reset Info. Сегодня покажу, как настроить Redmi Pad SE. Посмотреть настройки даты и времени, или же изменить их. Чтобы настроить время на вашем Redmi Pad SE, вам нужно будет прийти в настройки, после чего немножко ниже, в расширенные настройки. И здесь, самое вверху, мы увидим дату и время. Нажимаем на дату и время, переходим в этот раздел. И мы увидим, что у нас есть такие вот разделы, как дата и время, часовой пояс, формат времени, двойные часы, вторые часы. То есть мы можем себе указать, какие нам нужно. Теперь настроить время автоматически. Кликнем, выключим эту галочку и поставим себе время, к примеру, допустим, 20:10. Все, мы настроили время, можем включить сюда, и время у нас остается автоматически по нашему часовому поясу. Сейчас это Великобритания. На этом все. Пользуйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь. И всего хорошего. До свидания.